Сегодня 4 сентября 2019 года, среда. Это мы на Комогорихе, или лагерный пруд называется. А это Володя сделал плот. На нем многое можно перевозить. Это минимум 300 килограмм можно даже перевозить. Вот так вот его застолбили, чтобы не унесло. И мы решили освободить тот берег. Тут был пирс все эти годы. Его льдом вырвало и разнесло. А там стоял крест, где у самого крещения шло. И крест исчез. И сейчас сегодня нашли. Я пошел, поговорил с Андреем Устиновым. Андрей Устинов на машине подъехал. Мы собрали все веревки. Толстые, потоньше, бельевые в несколько слоев. И туда все это вытащили. Он на машине подъехал, грузовичок небольшой. И так дальше вот так вот прошли. Ну, он весь берег буквально услали здесь. Вот. Теперь я хочу показать крест. Вот сейчас я поднимаюсь отсюда. Фото в наш огородчик. Это вот все веревки. Веревки. Такие как бельевые, и вдвое делали, грузовик вез. Вот. А это вот альпийские веревки. Машины вытаскивают их, легковые. Здесь он взял в нашей газели. Наша веревка. Своем забрал Андрюша. И вот мы обтрудились тут на плоту. Лопатой я угребался, железная лопата, как весло. А Володя шестом. Ну и вот приплыли сюда, крест привезли. Потом мы здесь установим его, покажем. Большой поставим столб. Ну, невысокий, но крепкий. Около него этот крест. Сейчас мы его оттираем. Он лежал под водой, полностью под водой. Никто не знал, что он там находится. И находился он там, может быть, несколько лет. И вот сейчас мы его оттираем. Вот где нынче было крещение. Большое участие принял брат Игорь Дубунов. И вот скамейка. И решили прямо вот в метре от скамейки закопать столб и к нему прикрепить этот крест. Ну, крест это шест. Сейчас я замеряю его, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, 9 с лишним метров. А если все-таки решимся очистить, он не помешается здесь? Кто? Ну, крест. А как он помешает? Нет, если, говорю, тут чистить будут, ничего? Вон мы поставим-то где его? Нет, я имею в виду пруд, когда чистить, если вдруг вздумаете вычерпывать. Ну, и еще... Как он помешает? Никак. Тут только труба будет идти, если будут делать. Имеешь в виду очистка снизу, сапропель выбросить? Да, это еще будет ли? Вот оттираем его. Никто нас не снимал. Тут такие интересные были события. Вытаскиваем. Ребята забили тут сваи посередине. Ну-ка, не сваи так крепко. Вытащить никак нельзя. Рыбачили. Это запрещено. Посреди пруда. Три забили сваи. И что они означают? Они перестали рыбачить, ушли. Мордушки убрали. Я добился немедленно убрать. Мобилизовали силы сегодня. И давайте потом сделаем. Не надо потом, только сегодня. Я уйду, и вы даже забудете, не будете ничего делать. И вот сейчас мы крест этот вытащим повыше. С другой стороны его. Вот здесь с этой. А ты уже перевернул его? Да-да. Вот. И сразу подсохнет он. И начнем его устанавливать, где он должен быть. Сейчас поедем еще в лагерь. Там наклонился сильно крест. Да так вам нужно, крест, идолопоклонники. Ну, каждому свое. Мы верим в животворящую силу креста Господня. Да воскреснет Бог святаем. Для нас крест. Крестовоздвиженская церковь наша. Крестовоздвиженская община. Так что почти 10 метров. Шест высокий. Ну, это будет поменьше. Пока все это закопаем сколько-то, к столбу прибьем.
Ну и вот так. А это нынче делали, где вот купаться крещение, площадка, по которой заходили туда. И она выплыла и уплыла на тот берег, и никто не знал, где она, вырвала ее. Ну, давление воды. И мы ее с Володей погрузили на плот, сюда привезли, тяжелая, намокшая, но сейчас подсыхает. Дальше будет видно. Вот у нас это очень почетная работа, считаем. Возвратить на благословение крест Господень, напоминающий о страданиях Иисуса Христа, Спасителя нашего, пролившего за нас кровь на Голгофском кресте. А не так, что духовно ничего не надо. Каждый фотографии держит своих, и люди там составляют музей. Что-то где-то кто-то воевал, кто-то пожертвовал, кто-то защитил. Сколько памятников Королеву. А всего ничего, там 300 километров каких-то кверху поднялись. А Господь нас небо небес показал. Все. Мы отсюда перенесли в тот конец, где бобры. И пока одну сеть устанавливали, вторую установили, к первой вернулись проверить там. И там уже попало около 7, что ли, хорошей караси. Так что перед Богом все. А здесь полосы специально оставили, потому что и там боги остались. Остались они, потому что там было крещение когда-то. И вот так вот тоже надо проверить. Потом вытащить их веревками.